это Филимонов 4 числа едет. что, мобилизация, да? Ну да. Без сделать Действительно, а что, в здесь тюрьму надо? здесь каждый день 300 200 300 200. И слышишь, только с человеком познакомишься, вдруг 300 либо 300 либо 200. Ну недалеко А от нас, Григорьев этот с тобой? но он там в тыл, короче, условно, там 500 человек сажу. Ну я не знаю, что там с ним дальше. Вчера пацаны, говорит, в деревню пошли. Вчера в деревню пришли, говорит, их нету, 500, типа, увезли там. Кого там судить, а кого там это, на артиллеристов обучать. А его Куда? куда, в тюрьму? Ну, я не знаю, куда их. А ты че телефон звонить не берешь у пацанов? Мы пока не звоним, потому что прилеты часто и сюда, к нам. Только позвонишь, и начинается вот место. Я здесь, короче, с нашей бригадой, вот, у нас было 19 человек, мы остались 4 Ну, человека здесь. вы хоть мобилизованных этих ждете? Да что ж знать? Ну, хоть помощь какая-то будет. Ну, какая помощь? Пригонит народу, скажет, идите наступление. А наступление это... Ну, вы хоть там отстреливаетесь от кого? Ну, отстреливаемся сейчас. Да хоть кого-нибудь там завалил? Не знаю. И чего, в окопах спите, да? Ну, конечно, в окопах. Чем глубже, тем лучше.